Вот так выглядит гнездо дроздовидной камышовки. Птенцы уже вылетели. У нас, к сожалению, и вода отошла. То есть тут уже никто гнездиться не будет. Но вот самой интересно было посмотреть. Ну и может любителям птиц будет интересно. Вот обратите внимание, это шкура змеи. Вот тоже шкура змеи. Видите, как она искусно тут наплела всего. Смотрите, как оборачивала все аккуратно. Очень интересно. Понакрутила, понавертела. Что самое интересное, пуха внутри я не видела. Вот только вот такая вот устилочка. Шедевр. У нас с этого гнезда как раз успели вылететь птенчики. И буквально вот они вылетели, и сразу отошла вода. Ну, вот они еще там полетали, полетали, и все. И все камышовки дроздовидные ушли. Хотя, ну, камыш есть. Но их уже нету. Все, они все отошли туда, где есть вода. И что характерно, с ними же отошли и кукушки. Кукушек мы тоже не слышим, хотя у нас было их слышно всегда. Ну все, вот хотела вам показать такое чудо природы.